У фонтана здорово посидеть в летний день и полюбоваться игрой воды. Нежное журчание его струй успокаивает, снимает стресс и усталость. А вот шум падающей воды, наоборот, бодрит и заряжает энергией. Этот источник положительных эмоций появился в Октябрьском чуть больше 2 лет назад. Фонтан стал еще одной достопримечательностью микрорайона. Такой бодрящий подарок сделала читинцам ко дню города торговая сеть «Декор». Вот уже 16 лет компания работает на рынке строительных и отделочных материалов, ежегодно радуя горожан креативными идеями, свежими замыслами и интерьерными новинками. Сегодня «Декор» — это 8 магазинов, 3 из которых супермаркеты. В марте прошлого года компания заняла призовое место в краевом конкурсе в номинации «Крупная организация розничной торговли». На протяжении многих лет здесь работает коллектив профессиональных менеджеров и логистов. Они творчески подходят к подбору ассортимента и активно внедряют новинки от производителей. Торговая сеть «Декор» является официальным дистрибьютором завода по производству керамической плитки «Нефрит Керамика», завода по производству лакокрасочных изделий «Импелс». Ассортиментная линейка обновляется и пополняется ежедневно. В списке поставщиков сети более 100 крупных компаний России и зарубежья. Во всех магазинах строительные материалы, товары для ремонта, предметы интерьера и садовый инвентарь. Кроме того, здесь большой выбор техники и электроинструментов. Более 40 тысяч наименований товаров, которые всегда есть в наличии на складах компании. 5 грузовых фургонов ежедневно готовы доставить крупногабаритные покупки в любую точку города. Причем доставка товара осуществляется бесплатно. Наша торговая сеть представляет систему скидок всем покупателям. Также в нашей сети имеется возможность индивидуального заказа любого товара по каталогам. Довольный покупатель, воплотивший свои задумки в рамках намеченного бюджета, лучшая оценка работы компании, считают руководители «Декора». Ирина Спиридонова, Лев Нескромный. Время новостей.